четверг вечером в индустриальном районе, спасая машину нарушителя, автолюбитель подставил под удар свою Nissan Тиану. Этот автомобиль, как и второй участник столкновения, двигался в сторону центральной части города. Водитель бордового седана стал тормозить, но вовсе не из-за смены сигнала светофора. Перед ним начала маневрировать какая-то иномарка, шофер которой решил выполнить поворот из непредназначенного для этого ряда. Летась приближался сзади. Загоревшиеся на Тиане стоп-сигналы шофер увидел слишком поздно. Чтобы не столкнуться, остановился. Он практически тот остановился, и этот затормозил. Он говорит, я увидел вас, говорит, начал выжимать, ну, как бы пытаться двигаться вперед. Кое-что сделать успел и шофер «Тойоты». Это объяснило необычное для такого удара положение машин. Иномарки остановились в десятки метров друг от друга. Одна у центра дороги, другая у самого края. Перед столкновением буквально там, ну, метра за 4, наверное, я уже не знаю, все в секунду произошло. Когда уже на тормоз нажал, пытался вырулить в сторону, думал обойти. Инспекторы, отразив расположение автомобилей на дороге, разрешили убрать машины с проезжей части, чтобы не спровоцировать новую аварию. Оба транспортных средства остались на ходу, а их водители целы. Тест на трезвость мужчины прошли с нулевым результатом. Таинственный провокатор встречаться с полицейскими не пожелал. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Андрей Алферов.